Доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Пирмансер. И это новое видео по игре Wild Arms 2. Приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами попали в Собор Меча. Что здесь произошло, фиг его пока знает. Сейчас будем выяснять дальше, что здесь происходит. Но, по сути, мы превратились в протоблейзера. И вроде как побеждаем таких же протоблейзеров, но зеленых. Вроде как так. Какая-то там темная энергия их начала в них превращать. Ладно, пойдем. Тут еще надо замесить несколько человек, насколько я понял. Там минимум на проходе один стоит, давай ему вломим. И двое вроде как в какой-то библиотеке или что это за комната, фиг его знает. Ну, это насколько я помню. Сейчас будем проверять, чё к чему. Так, помню, ваншотим их, да, 30 опыта получили. Эшли опять у нас в слезы подался. Ну, собственно, наверное, и неудивительно, он же своих друзей выкашивает. Это неприятно. Ладно. Что у нас здесь? Здорово. Здорово. Так, кто ты? Кто ты? Хотя кто ты, я знаю. Ты протоблейзер. Так, он отклоняется от атаки. Ну, окей, хорошо. Дело твое. Я тебя не заставляю. Хочешь просто так, без мучений помереть, то пожалуйста. Лечение. Лечь ягодка, все дела. Угу. Все как обычно. Все как обычно. Так, ты где у нас тут? Иди сюда. Валяем последнего в этой комнате. В предыдущей комнате вроде больше никого не было. 30 опыта. О, Эшли достиг 6 уровня. Сколько там? 220 сейчас будет? Потому что нам довольно много хп дают за один уровень. И меня это вполне даже устраивает. 240. Офигеть. Мы прям жирненькими-жирненькими становимся. Блин, это мне нравится. Определенно. Так, здесь еще один, еще один. Ну, давайте, идите сюда. Идите сюда. Так, ну что? Минус. Ну, они как минимум по уровню больше не качаются. Ну, не больше, а вообще, в принципе, не качаются. То бишь, не усложняют мне жизнь, меня это радует. Хотя, с другой стороны, я был бы и не против, если бы они немножко росли. И доставляли мне какие-то неудобства. Скажем так, это бы очень многого дало в данный момент. Они мне начали бы давать побольше опыта, чтобы я быстрее прокачивался. Ну, хотя, с другой стороны, наверное, это было бы неправильно, да? Ладно. Так, лестница. На лестнице никого. Угу, какая-то дверь. Так, это тот самый зал, в котором проходила церемония, да, вроде? Ну, никого не осталось. Мы должны до клиночка, наверное, докопаться. Опа. Он меч сдвинул. Вытащил его? Угу. И появилась женщина света. Чего ты желаешь? Мне нужно домой. Я обещал. Это важное обещание. А почему не ответил? Я думал, все обойдется. Если больше не будет никого, то может держать меч. Я думала, достаточно... Да, достаточно того, что я пережила. Если ты готов принять ответственность за все это, если ты хочешь рискнуть всем, чтобы выполнить обещанное, хватай меч. Аргитлам. Я дал слово. Как это было глупо. Но я его дал, и я его сдержу. Ну и он хватанулся за меч. Ого, и в кого-то превратился. Кто вы? Ты кто? Ну, какой-то хромой дед. Я... Ирвинг. Ну, хорошо. Я Ирвинг. Ирвинг Волт Валерия. Несущий крест позвал тебя. Дай руку. Эта бумага единственная надежда, что идет из прошлого в будущее. Другими словами, наша встреча здесь — это сама судьба.
Обрубился. Какой-то ключ куда-то запечатали. Вызов демона? Что хорошо, чтобы хорошо прошел день? Ой, прошел опыт. Какая-то жуткая сила. Так ли нам нужна эта мощь? Мы пытаемся изменить историю. Для этого нужна мощная сила. Эта сила... Это самая великая сила. Что ты думаешь, Кайна? Что он хочет связаться с параллельной вселенной? Он сделал нас... Он сделал на нас вызов демона? Не верю, что он так предан нашим идеалам. О ком речь-то? Ты не веришь в эту силу? Я верю только в самого сэра Винсфилда. Не рассчитываю на тебя, Кайна. Так, ну похоже, это темная сторона данной игры. Похоже, что так. Что со мной случилось? Я горю, через меня что-то проходит. Мое тело не имеет. Но мои ощущения очень острые, во мне происходит что-то странное. Ты сам. Но ненадолго. Ты скоро превратишься из себя в меня. Та странность, которую ты чувствуешь. Это след твоего бывшего. Может, твоего прошлого? Ну, может... Ладно, это след твоего прошлого. Я, который кричит от боли, так как оно начало превращаться в меня. Не, мне страшно, что я делаю? Я не понимаю. Как я могу потерять себя? Что это значит? Кто я? Уничтожить. Что? Уничтожить себя? Так, у Эшли, походу, кукуха ехать начала. Я так и не изменился. Моя жизнь не изменилась. Марина? Ты так меня напугал. Я думал, что ты никогда уже не проснешься. Ну, все хорошо, слушай, мне уже лучше, видишь? Не нужно спешить, нападение было только неделю назад. Какое нападение? Террористы напали на церемонию посвящения нового отряда. Они говорят, что это было нападение террористов? Нет, это... Я сказала, что ты уже проснулся. Марина, стой! Что, в чем дело? Я, да? Че? Конечно же ты, Эшли. А кем ты можешь быть? Да, ты права. Забудь, что я тебе говорил. Ты уверен, что ты в порядке? Да, прости, если побеспокоил тебя. Ну, сюда тебя принес вельможа по имени сэр Валерия. Ты должен был отблагодарить его за это. Валерия? А, да, точно. Я помню встречу с человеком Валерией, и я... А, черт, я толком так ничего и не помню. Почему? Что со мной случилось? Эшли. Ну, простите, все нормально, я просто думал вслух. В нападении уцелел только ты. Не забудь поблагодарить сэра Валерия. Это нужно сделать. Хорошо. Так, ладно. Может, что-нибудь скажете? Осторожно, я так беспокоюсь о вас. Да, я понял. Валерий из дворянского рода, поосторожнее. Окей, хорошо. Ну, пойдем на улицу. Пойдем поищем этого Валерия. О, Лилка. Здорово. А ты что тут делаешь? Эй, ты, что с тобой? Помоги. Эй, ты, успокойся. Понятно. Тот паёк, который ей выдали, недостаточно был большой. Так ты применяешь магию, колдунья? Я неправильно обращалась ко мне телепортации и попала не туда. Теперь у меня нет денег. Я шла и шла, так и пришла в этот город. А как насчет еды? Что ты ела все это время? Я вообще-то не ела. Меня привлек запах с вашего свежеиспеченного хлеба. О, мы можем...
Молчи. Девушка, можете взять сколько хотите хлеба? Ты говоришь, нет, я не могу. Не стесняйся, давай, скажи мне, что тебе нравится. Большое спасибо, я хотела бы рулет. Сколько тебе дать? Один, госпожа. Произнесение заклинания забирает много энергии, поэтому я становлюсь голодна, гораздо быстрее, чем другие. Сколько вам нужно? Опять рулетов, пожалуйста. Я очень благодарна вам. Так вы тоже идете в поместье Валерии? Какое совпадение, да? Не, я знаю, я поведу вас туда. Тем я благодарю вас за рулеты. Туда? Но, похоже, ты даже не знаешь туда путь. Да, может быть. Я не знаю точно, где это место. Мы можем поискать вместе, хорошо? Да, думаю так. О, амигош? Стой, я ведь еще даже не представилась. Меня зовут Лилка. Лилка Эленок. Рада с тобой познакомиться. Ну, а я Эш. Эшли, я тоже рад. Так, теперь у нас есть команда из Лилки и Эшли. Забавненько. Ну, собственно, почему бы и нет. Так, ну давай тогда город осматривать. А то в прошлой серии нам особо не довелось изучить город. Ну, давай сейчас хоть посмотрим. Мэджик. Мэджик. Хорошо, давай зайдем. Палаточка магии. Сейчас вы хотите создать заклинание, да? Я знала это. А, герб. Выберите герб. Ага, земля Гео, огонь, щит, пламя, магическое оружие, сияние, воскрешение даже есть. Отражение, скорость, я так понимаю. Аква, мороз, рассеянность, исцеление, рывок. Атака земли, атака огня, защита щит. Кстати, немного непонятно почему. Ну ладно. Эфир. Я понятия не имею, что это. Гильдия магии первого уровня. Ну, по сути, неплохая была бы магия воскрешения, на всякий случай. Вдруг нас все-таки завалят кого-нибудь. Поэтому давайте сделаем воскрешение сейчас, да, так и назовем его воскрешение. Или погоди, или это на одно использование. Спелл магической гильдии. Заклинание магической гильдии, но чё к чему, непонятно. А как, например, мне магию поставить кому-нибудь? Инвентарь, Лилка. Подожди-ка. Ну, я создал... Я понял, это я создал одноразовое заклинание. Ну, ладно, пускай будет одноразовое заклинание. Неважно. Так, арм. Что у нас в арме творится? Мне не везет женщинам, но ремонтирую оружие. Дай я посмотрю. Ну, давай. Патроны должны применяться. Приходите ко мне, если они у вас закончатся. Так, обновление. Что у нас с обновлением? А, улучшение, значится, да? Этого оружия. Ну, в принципе, я думаю, в этом есть смысл, да? А если там будет другое оружие? А, стоп, это же умение улучшается. Так, у меня есть 2500. Я трачу пятихатку на улучшение какого-то атрибута, да? Ну, я так понимаю, это точность, это атака, а это... не знаю, таскание патронов, наверное, с собой. Давай, наверное, прокачаю точность. И еще раз прокачаю точность, раз цена подупала. Ну и можно патрончиков добавить. Ну, в принципе, пускай будет пока так. Я думаю, каждого умения можно вывести на сотню. Точность и все остальное. Так, вот с ними еще побухтеть надо. Это что за магазин? Неплохие личные навыки. Не игнорируйте их, проверьте себя.
О, тут еще и для каждого уровня навык какой-то можно получить. Восстановление ХП при повышении уровня. Снижение ОС на минус 1. Повышение возможности атаки. А, крит урона, я понял. Повышение возможности контратаки. Тоже, наверное, прикольно. Преобразование ХП в ОС. Повышение ОС. Вреда от магии, снижение вреда от физических атак, повышение физических атак, защита критического статуса, повышение ответных, восстановление ХП при поднятии уровня, улучшение возможностей стража, плюс повышение параметров, плюс повышение ХП при переходе. Ну, ХП нам и так дает довольно много. Но вот эту штучку я бы поднял, и вот эту штучку бы я поднял. А, стоп. Оно не 2 требует. Ну и, наверное, поднял бы возможность контратаки, да? Ну, пускай будет не контратака, а критить. Нет, контратака. Хочу контратаки. Хочу контратаковать. Так, здесь у нас что мы можем сотворить? Автостраж. ОС плюс, ОС минус. Здесь я не подниму, крит урон. И, наверное, вот эту штучку прокачаю и все. Неплохо, неплохо. Окей. Так, а ты что? Ну, тут скупались известные наемники. Тут вы можете купить любой предмет. Насколько любой? А, настолько любой. Ну, давай я вот эту штучку возьму. Да, хочу взять. Так, давай. Да, тоже хочу взять. Джемпер. Хочу, конечно. Кстати, ценник на доспехи довольно низкий. Камень телепорта. Давай, наверное, штучек 5 возьму. Пускай будет. Мне тут вот, кстати, интересно. Молот-кулак и джемпер, и получается что? Нет. Молот-кулак и тяжелый доспех. Это же получается для... Как его зовут? Для Брэда. Давай, наверное, сразу закупим. Вдруг он к нам придет. А у него не будет ничего. Вакцина это у нас лечит яды. Давай штучек 5 возьмем. Медицина лечит болезнь. Что за болезнь, я еще в прошлый раз не понял. Но давай тоже возьмем, на всякий случай. Но остальное у нас все есть. Так, теперь давай в инвентарь. Ага, сразу поставил это все, я понял. Здесь тоже. Отличненько, отличненько. Так, ну все, уходим отсюда. Кстати, можно было с ногами продать, но я, пожалуй, оставлю. Вдруг чего? О, привет. Можешь поверить этим чертовым террористам. Сперва монстры, затем террористы. Как не то, так другое. Мне кажется, Эшли бежал. Благодаря заклинаниям, данным ему Тим. Да не бежал он никуда. Эй! Эй, я рад, что ты в порядке. Ты настоящий молодец, ты разобрался с этими монстрами на руинах. Справедливо. Так, это у нас где поспать можно. Гостиница. Нет, моя вина. Возможно, потому что мы слишком зависели от тебя на этой чертовой церемонии. А ты живой был? Серьезно? Так, а может здесь что-нибудь лежит в каких-нибудь бочках очередных? Эй, откуда сюда попали террористы? Кажется, террористы применят эту дыру, чтобы попасть сюда. Хорошо, что я поменял комнаты. Подожди. Кажется, я могу воспользоваться этой дурой в случае побега. Моя старая комната лучше. Нет, подожди, они могут... Это комната... А, сдаюсь. Чё-то тебя понесло, чувак. Чё-то тебя понесло. В шкафу есть что-нибудь? Нет. Здесь мы были, когда ловили кота, получается, да? Да, в этой комнате. Здесь пусто. В тумбочках тоже пусто, да. Ну, тогда делать здесь нечего. Обидно, я думал, здесь что-нибудь лежит. В комоде тоже нет ничего. Ладно, пойдем отсюда. А он нам может предложить поспать, да? Привет, заходи и отдохни, прежде чем продолжишь путь. Плата 10 гел за ночь. С человека. За двух человек нужно 20, ясно? Я тут не останусь. Обойдусь, пожалуй, как-нибудь без вас. Пока что уж точно. Так, дамочка, я помню, ты сохранять нас можешь. Давай сохрани. Давай-ка сохрани. Сохрани в новую книжечку. Да, я хочу продолжить игру, поэтому пока что да. Пока что я продолжаю.
Так, еще дома здесь какие-нибудь есть? Так, в бочках. О, лечегодка. Отлично. Так, мужик, сейчас с тобой поговорим. Сейчас твой дом обнесем, и я с тобой поговорю. Нет, книжку я читать не буду. В них редко когда попадается нужная инфа. Отмен не сработает при сражении с террористами. Ладно. Хорошо. Буду знать. Возможно, когда-нибудь пригодится. Гелл-шляпа? Что это такое? Защитные доспехи для канонира. Серьезно? Прикольно. Мне нравится. Спасибочки. Боже, Эшли, ты такой неосмотрительный. Я стараюсь, чтобы ты заметил меня, а не Марину. А ты так не реагируешь. Вот это да. Вот это да. Вот это поворот. За ним еще кто-то пытается ухлёстывать. Ну, хорошо. Так, коты. Ну, я думаю, до котов докапываться смысла нет. О, Gmail. А здесь ничего нет. Книжки оставьте себе, не хочу. Здесь тоже ничего нет. Может, до котов все-таки докопаться? Мяу. Мяу. Все, я понял. Мяу. Так, на этой стороне дома есть? Да, все так же есть дома. Так, уцелел только ты. Просто замечательно, парень. Я знала, что ты молодец. С другими очень плохо. Но не нужно сильно печалиться и тосковать, парень. Мы должны хранить память о них в наших сердцах. И делать все лучше. Покуда ты здесь, может, выслушаешь одну жалобу? Ну что? Нет, сестра... Подожди, это его сестра? Ну давай, выслушаем. Около входа в город есть девушка, которая болтает о Валерии Шато. Иди к ней, и она без конца и края будет тебе рассказывать об этом. Ну и скукота. Валерия Шато, возле входа, ладно. Монстры были очень плохими, и теперь нас больше волнуют террористы. О боже, что теперь с нами будет? Да все будет в порядке, я думаю. Как-нибудь справимся. Я думаю, как-нибудь справимся. Так, у них также все ничего нет, все пустое. Вообще пусто во всех домах. Не. Так, дед, у тебя есть что-нибудь? О, лечегодка. Спасибо. Выполнять террористические акты в святыне меча Магис — это кощунство. Справедливо. Ну, там же и не было никаких террористов. Там ведь и не было никаких террористов. Хотя, кто знает, вообще это довольно странно было сейчас. То превращение, как раз, я думаю, и было из-за террористов. Так, а здесь что-нибудь на стенках есть, нет? Здесь на стене пусто. Хотя вот есть труба какая-то, но в трубе явно ничего нет. Может быть, с этой стороны и пуст, на самом деле. Да спустись-то уже, несчастье. А здесь подъем где-нибудь есть? Нет, здесь подъемов никаких нет. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Так, ну здесь я тоже не вижу подъемов. Здесь можно было качнуть свое оружие. Что у нас по деньгам, кстати? 694. Ну можно еще на один уровень что-нибудь качнуть. Давай что-нибудь еще качнем на один уровень. Так. Давай, делай. Восстанавливай. Ага. Он восстанавливает, кстати, за денежку. За денежку восстанавливает. Так, у меня уже 4 уровень оно. А какой максимальный уровень? Попрошу уточнить. Ладно, уходим. Так, девушка... Вот ты, что ли? Валерия Шата, это большое здание на вершине утеса. Ну ладно, ладно. Большое здание на вершине утеса. Я думаю, сейчас уже нет причины туда возвращаться. Наверное, на этом мы и закончим. Изучили город. Единственное, не пошли в замок. В замок, я, насколько помню, нас пустят только спустя какое-то время. В местный замок. Поэтому туда мы сейчас... Хотя, почему? Можно прогульнуться, я думаю, туда. Давай попробуем туда прогульнуться. Может, там что-нибудь будет интересное. Смотри-ка, нас пускают. Мэрия Булкест, ну, замка. Давай пробежимся здесь. Замка Бойл.
Так, что у нас здесь? Здесь пусто. Туда куда-то есть спуск. Что у нас тут? Может, сундучок где какой-нибудь заныкан? Так, я разговаривать сразу говорю, здесь ни с кем не буду. А что это за картина? Ну, кстати, неплохо нарисовано. Хм, забавно. Хотя картина не да, рисуют в играх замечательные просто. Так, здесь ничего нет. Я тут не заблужусь? Вот вопрос. Я могу. Я, да, угу. Очень могу так сделать. По-моему, здесь где-то должно лежать энергетическое яблоко, и все. Или сильное. О, большая ягодка. Большая ягодка, так с людьми не разговариваю. Это еще будет. С ними мы еще успеем побухтеть, я помню. Только, правда, не помню, когда это будет. Но не суть. Пойдем сразу по прямой. Куда выйдем? Угу. Тогда нам надо направо свернуть было. Вот сюда вот, на спуск. Кто знает, может здесь что-нибудь лежит. Угу, какой-то длинный коридорчик. Ой, чуть головой об стенку опять не ударился. О, машины, в которых мы катались. О, а там я вижу сундук. Сундуки это я люблю. Ну, потрогай, полное восстановление. Хм. Ладно. Я думал, здесь яблоко какое-то будет лежать, а здесь полное восстановление. Ну окей, полезная штука, наверное, но не на данном этапе. У нас любая ягода почти сейчас восстанавливает фул хп. Ладно, я думаю, в следующей серии мы будем с вами искать Валерия Шато. Вроде как так она называется. И узнаем, зачем нас Ирвинг в принципе спас. Ну, а так, по сути, можно сейчас пойти на сейф и сохраняться и заканчивать на этом серию. Остальное мы еще успеем посмотреть. Ну, чуть позже. Тетенька, дай я сохранюсь у тебя. Сохранить. Замок полностью осмотреть мы все-таки не будем. Перезаписать это сохранение, да. Ну а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.